пожалуйста, наша юрта. Это четырехместная. Уютный домик для семейного отдыха со всеми удобствами. Панорамный вид на лес и травяной чай из самовара. Новая база открылась в Пестричинском районе. Эта халяль-зона рассчитана на 20 человек. И наш э, резорт тоже настроен на э, людей, которые ведут здоровый образ жизни. Э, мы работаем по Стандартом халяль. Они украшены татарским орнаментом и подходят для отдыха как зимой, так и летом. Экозона открылась только в этом году, но здесь уже успели побывать не только татарстанские туристы, но и отдыхающие из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Настоящий отдых на природе это посиделки у костра, песни под гитару и чистый воздух. По вечерам гости наслаждаются звездным небом и тишиной, а днем можно искупаться в озере или пособирать ягоды в лесу. Мы стараемся чтобы люди э, испытали романтику готовки на природе. А это место напоминает пионерский лагерь. Небольшие домики в лесу, еда на костре и летний кинотеатр – изюминка еще одного местного комплекса в Пестрицах. За два года здесь уже побывали туристы из Аргентины, Испании и других стран площадка уникальна тем, что здесь каждый человек может приехать, отдохнуть, расслабиться и почувствовать себя, будто он на своей даче. Как-то хочется от города отдохнуть на природе. На велосипедах катались в лес, на озеро ездили, ну и просто в домике отдыхали здесь, возле огня. В отсутствии доступного отдыха за границей все больше россиян выбирают внутренний туризм люди пришли к осознанию, что необходимо открывать свой собственный край, свою собственную республику, свою собственную страну. Люди начали путешествовать внутри нашей страны. В Татарстане для отдыха на природе есть 16 экозон. У нас экотуризм считается одним из перспективных в стране. Практику по его развитию применяют у себя 40 регионов. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, ТНВ, Пестричинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.